господи. Все отвалилось. Тут просто дырку сделали в кровле. Видите, как классно застройщик сделал? Грязь, мусор. Сильно бить не хочу, боюсь. Жилье для жизни. Друзья, здесь запах радиатора отопления. Хлипенько. Плитки нет. Класс энергоэффективности С. Жалко очень людей. Красавца. Пожарный кран. Мы знаем, что он здесь есть. Но я, конечно, честно в шоке от того, что я вот здесь вижу. Вот это здесь даже не нужны никакие слова, чтобы выразить качество строительства. Видите, куда горбылек-то поставили? Оголенный провод. ЦДС. Строим для жизни. Ну, мы сейчас практически на всех объектах так делаем. Друзья, добрый день, я Андрей Артемов. Совсем недавно я делал обзор этого строящегося комплекса ЦДС «Черная речка». 30 августа 2021 года застройщик сдал первую очередь. Вот эти дома за моей головой. И сейчас мы с вами пойдем и все внимательно посмотрим, что обещал застройщик, что сделал и как сделал. Вот этот сданный дом. Обратите внимание, что дом сдали 30 августа, а до сих пор идут фасадные работы. Вот мы видим раз люлька, два, три, четыре, пять, шесть, семь штук только вот на этих двух сторонах. Одно из самых интересных, что этот дом позиционирует застройщик как бизнес-класс. Но обратите внимание, что класс энергоэффективности здания С. С – это класс энергоэффективности у панельных советских домов. У них класс энергоэффективности С и Д. Плитка смотрится красиво, но вот есть такие места. Спускаемся в приямок и видим, что вот здесь, к примеру, не доделано. То есть здесь они еще делают, вот они, высоковольтные провода, куда-то идет наверх, а тут нет подоконника. Ну вот зато здесь, о, видно, да, что, надеюсь, вода куда-то должна уходить. Ну, ступени выглядят вот так в бизнес-классе, не то, что, в принципе, ожидают люди. Но у дома, знаете, вот часть травы есть, вот такой кустарник, спасибо застройщику за зеленое насаждение. Вот здесь, если обратить внимание, видно, что еще не везде закрыты стыки, то есть сейчас это как раз закрывает рабочие. Вот видите, сколько люлек. Вот напротив зеленая территория. Деревья это, которые были, спасибо, что их не вырубили, их оставили. Трава, конечно, и сама вот эта территория оставляет желать лучшего. Криво, косо, такие проплешины везде. Умерший уже давно кустарник, урна и входная группа у нас, здорово, что в уровень с землей. Заходим. Вот это здорово, что здесь можно почистить ноги и пройти дальше. Ну вот смотрите, обратите внимание, да? Блин, плитки нет. Знаете, такое ощущение, что здесь еще до сих пор идет ремонт. Все в грязи, отсутствуют элементы декоративного освещения. Ну, конечно, когда вот это я все смотрю, как-то до бизнес-класса-то далековато. А где дерево-то? У них на рендерах, в входных группах, вот здесь должно было быть дерево. Вот я тут вижу только стенку. Ладно, почтовые ящики, здорово. Они утоплены, удобно, металлические. Ну, смотрится классно. Вот здесь у меня вопросов никаких нет. А, вот где дерево. Пленочку не сняли, но это ладно, пусть лучше будет. На рендеры, как я помню, ну, смотрится, конечно, немножко по-другому, потому что на рендерах, во-первых, есть прибор освещения, здесь приборов освещения почему-то нет. Спасибо, что есть нумерация, на каком этаже находится какая квартира. Ну, вот, знаете, что-то это, знаете, вот, смотрите, как хлипенько. Вот видите, здесь должен быть осветительный прибор, вот здесь какая-то слаботочка, пожарка или еще что-то. Русский дар, наверное, вкусный квас, поэтому его пьют строители. Здесь аналогичная ситуация. И вот это ЦДС бизнес-класса. Но зато, конечно, интернет и телевидение за 200 рублей. Так, надеюсь, лифт работает. Видим, что здесь в этом подъезде два лифта, пассажирский и грузопассажирский. Вот у меня ощущение, что грузопассажирский почему-то отключен и работает только пассажирский, потому что вот сейчас он едет вниз. Но пока он едет вниз, мы можем приглядеться к качеству отделки. Знаете, здесь либо плитка кривая, либо у строителей руки кривые. Вот такие места. Бизнес-класс. Первый этаж, пассажирский лифт. Поднимаемся, друзья, на 14 этаж. Обратите внимание, как застройщик зашил лифты.
Это здорово, это правильно, потому что строители все убьют. Но по мне, если бы это было красиво затянуто баннером, а фирменным, где было написано CDS, добро пожаловать домой, все такое. Кстати, смотрите, как лифт четвертый, слушайте, прикольненько. Так, нажимаем повторно для того, чтобы понять, нам ответят или нет. Нажал. Вызов принят. Камеры нет. Вот почему так? Да, здравствуйте. А проверка связи. Подскажите, пожалуйста, это лифтовая компания? Ну вот так, друзья, да. Ответили, меня не слышат. Вот так это все работает. 14 этаж. А здесь классно то, что есть нумерация квартир. То есть понимаешь, что на 14 этаже какие находятся квартиры. Но вот больше указателей я не вижу. Дверь открыта. Вот здесь видно, что наверху, знаете, такая сетка. Просто обычная сетка, окрашенная в черный цвет. Потолок окрашенный в черный цвет. Видим слаботочку. То есть что-то здесь они доделают, потому что все снято. Ну и в бизнес-классе, конечно, вот такие конструктивные, вот такие элементы. Обычно вот такие убогие пластиковые короба. Ну, по мне, смотрятся не очень адекватно, как это должно быть. Вот здесь, к примеру, открыта ППЗ. 6-4, вот она как раз лоботочка, это пожарка, по индикаторам не видно, чтобы здесь что-то функционировало. Конечно, вот этот элемент, вот эта декоративная отделка смотрится просто ужасно. Но вот здесь видите тоже, друзья, в данном доме оголенные провода, то есть я вот не знаю, подключен здесь электричество или нет, у меня с собой нет прибора, чтобы проверить, но не дай бог ты здесь чем-то заденешь, знаешь, не заметил, вышел с лифта и металлическим чем-то задел, и тебе долбанет. Будет не очень приятно. Вот как это я постоянно называю забрал. Обратите внимание, выкрашено в черный цвет. И здесь уже, соответственно, совсем другой вид. То есть смотрится намного прикольнее. Но вот эти, например, ящики, то есть как-то конструктивно могли сделать, мне кажется, по-другому. Ну вот, они такие, знаете, какие-то чересчур уж мощные для вот этого фасада. Но зато отсюда открывается отличный вид на промку. Можно любоваться подстанцией, смотреть, как строит соседний дом. И, кстати, отмечу, что машин практически не слышно. Здесь у нас двухкамерный стеклопакет, хоть вы это мне обманули. Но идемте дальше смотреть. Заходим. Значит, здесь у нас есть нумерация квартир, застройщик ее сделал сверху, широченные двери. Здесь полотно, мне кажется, чуть более 90 сантиметров, почти под метр, наверное, 96-98, где-то так. Двери смотрятся классно. Значит, видите, здесь есть указатель, что лифт, понятно, куда идти. А, ну, понятно, да, то, что здесь отсутствует нумерация, потому что я понимаю, что когда ты зашел, ну, квартир не так много, и понятно, да, вот они вот одни уже есть, что, наверное, и не нужно. Хотя, с другой стороны, возможно, и нужно. Отсутствуют рукава для пожаротушения. Видим вот здесь пожарка, как закручена, хотя здесь должен быть специальный прибор, здесь должен быть маячок, который нам показывает, что это работает. Вот здесь технологический вырез есть, а окна какого-то нет. Видим до сих пор, вот мастер что-то делает с лоботочкой. Здравствуйте. Лестница. Слушайте, а не подскажете, почему дом сдан 30 еще августа, до сих пор пожарка нерабочая, в нерабочем состоянии? А, вы по телевидению, все, извините. А телевидение здесь какой провайдер? Пакт. Пакт? И интернет тоже от Пакта. Радиатор отопления, для того, чтобы видно шло тепло. Да, он такой еле теплый. Ну, тут огромное количество грязи. Кстати, здесь на данный момент квартиры стоят от 8 миллионов рублей, а в сданном доме почти 8,4 миллиона рублей за однокомнатную квартиру. Выходим с вами в сторону переходного балкона. Здесь тамбур, здесь совсем другая отделка. Такая же отделка, как во всех домах эконом-класса. Ну, спасибо, что хотя бы есть нумерация квартир. Вот здесь мы видим, да, что вот. Вот так, наверное, будет лучше видно, что подмазывали, что криво, косо. И вот, знаете, такое ощущение, что распаечная коробка. Обратите только внимание, вот, знаете, даже не хочется трогать, что боишься, что током долбанет. Просто висит, они покрасили вместе с ней, как было. Красавцы. Доводчика нет, дверь у нас гуляет сама по себе. Зато есть ограничитель. Ну-ка. Ну, вот видите, смотрите.
Вот у этого ограничителя косяк то, что слабое крепление. То есть, получается, он держится только за счет плитки, а там стяжка. И в стяжке он держится не очень хорошо, потому что стяжка – это неплотный материал. То есть, до бетона не доходит. Со временем ее, конечно, отломают, это точно. Как говорится, к бабке не ходите. Видите отверстие? Вот, не знаю, что отсюда. Вода должна, что ли, течь или еще что-то. А пожарные датчики закрыты. Да, зачем их открывать? А по бетону, кстати, вопросов нет. Ровное, хорошее покрытие. Вот здесь они красавцы. Давайте разглядывать с вами фасад. Посмотрим все поближе. Значит, обещалось, что не будет креплений. Плюс это еще система невидимого крепления. Но здесь есть крепление. Это, конечно, не очень здорово, потому что это видно и смотрится это не так, как хотелось бы. А далее, когда мы смотрим вот на этот шов, мы видим, что как подрезали вентфасад, и мы видим, что декоративную отделку подрезали-то не очень-то специалисты высокого уровня. То есть вот сюда у меня просто палец влазит. И так, я полагаю, скорее всего, по всему дому. Материал заранее нарезается на заводе и привозится к нам уже практически по готовых плашках. Ограждение непростое. Вернее, простое. Обычный металл, окрашенный тоже в черный цвет, но смотрится красиво, эстетически. И вот у меня, например, к нему вопросов нет. Ну да, вот здесь, видите, вот если смотреть вот на такие нюансы, обращать внимание, то понимаешь, ну, я не понимаю, за что люди платят деньги, такие деньги. То есть стоит ли этот объект этих денег, за которые его покупают. Отсюда сверху хорошо видна дворовая территория. Мы видим, что вот большие деревья – это то, что застройщик не вырубил. Спасибо хоть на этом. Отсутствие травы. Вот там ее совсем немножко. Знаете, такое ощущение, что слон прошелся, повытаптал. С деревьями тоже здесь большая проблема. Я еще в прошлый раз показывал, ну, трубы там дымят. Классный бизнес-класс. Значит, здесь у нас это стяжка. И вот мы идем, знаете, здесь вот высота какая-то такая небольшая. Ну, с другой стороны, здесь мало кто будет ходить. Это для того, чтобы, не дай бог, что-то случится, можно, соответственно, спастись. А лестничные марши, обычные лестничные марши привезли с завода. Здесь установили и просто приварили. Перила держатся крепко, смотрится нормально. У меня претензий, ну, к ограждающим конструкциям, в принципе, пока нет. Значит, смотрим здесь. 14 этаж и нумерация квартир. Здорово. Вот здесь смотрите, как красили, двери открыли, что отломалось, то отломалось. Базальтовый утеплитель российского производства Технониколь. 10 сантиметров, 10 сантиметров. Вот здесь, конечно, уже отделочка совсем такая, друзья, простенькая. Поднимемся наверх, может быть, нам выпадет счастье и сможем выйти на кровлю. Ух ты! Датчик есть, здорово. Друзья, здесь запах мочи. И вот здесь я не понимаю, то ли это влага, у них проблема с кровлей, то ли это кто-то здесь пописал. Ну и, конечно, вот это, да, это малярный скотч. Как я уже говорю неоднократно в роликах, есть специальная установка, вместе со штукатуркой подается краска, и вот это все сразу же, очень-очень быстро все покрывается. И для того, чтобы не покрыть лишнее, для этого, соответственно, все закрывает скотчем. Закрыли здесь, но снять скотч никто не удосужился. И вот это выглядит, друзья, вот так. Вот здесь у меня вопрос. Вот здесь уже ржавчина. Вот знаете, что я всегда говорю? Если вы приобретаете себе жилье для жизни, то здесь нужно очень четко и хорошо подходить к этому вопросу. Вот здесь точно вам нужно обращаться к специалисту. Если вы приобретаете для того, чтобы вложить и приумножить свой капитал, либо под сдачу, то можете сами идти к застройщику, покупайте. Вам, в принципе, все равно. Там бизнес-класс, не бизнес-класс. Хороший заезд, выезд, здесь можно достаточно дорого сдавать квартиру в аренду, и поэтому нормально. И на это вы все не будете смотреть, потому что вам это не нужно, вы здесь, друзья, не живете. Но если здесь вы живете, когда выходишь и видишь тут плитка, видишь кучу нюансов, сейчас вам покажу. Ну да, вот видите, вот он идет, он, во-первых, идет криво. Почему он не заподлицо сделан? То есть до сюда почему не доходит? Почему здесь вот такая щель? То ли не хватило это специально? А вот там на последнем этаже на 14 почему-то ее не было. И вот возникает, вот видите, вот вопросы именно с отделкой фасада. Плитка-то тяжеленная, не дай бог, упадет. Вот обратите внимание, здесь есть зуммер, он должен таким красненьким мерцать. И здесь. Видите, чтобы здесь или здесь зуммер работал? То есть пожарная сигнализация здесь не работает. Дом, напомню, сдали 30 августа 2021 года согласно акта ввода в эксплуатацию.
То есть кто-то принял вот так этот дом, и сейчас здесь строители его доделывают. При этом ключи жителям уже выдают. Вау! Друзья, это, знаете, это как квадрат Малевича. Оригинальная конструкция. Просто запихнули кирпич. А у меня сегодня есть вот такая штука, называется киянка. Сильно бить не хочу, боюсь. Лифты Otis, и это одно, наверное, из лучших, что здесь есть. Смотрите, нападал цемент, и, конечно, здесь его уже никто не очистит. Это у нас грузопассажирский лифт, на котором можно спуститься на первый этаж. Вот видите, да, тоже вот лифт сам по себе небольшой. Значит, первое, на что я обращаю внимание, мы вот только заходим в лифт и сразу упираемся в стенку. Если бы лифт повернули бы вот так, то длинномерные предметы было бы намного комфортнее носить. Но тогда бы застройщик бы площадь квартир продавал бы меньше, а ему это не выгодно. Поэтому он делает так, как ему выгодно. Здравствуйте. Четвертый этаж, смотрите, то же самое, господи. По мне так, не умеешь строить, не берись. Если сказал бизнес-класс, это должен быть бизнес-класс. Это выше, чем комфорт-класс в моем понимании. А у вас что? Что такое? Блин, я в афиге, просто в афиге, друзья, от увиденного. Я понимал, что не все хорошо будет, но не знал, что так все будет плохо. Входная группа, конечно, радует вот так открыто. Здесь, видите, здесь только здесь есть доводчики, где идет входная группа. И то, смотрите, как все смонтировано. Господи, они приклеили его криво. А нет, он отошел отсюда. Уплотнители, блин, алюминиевые нормальные двери. Вот видите, смотрите. А, вот здесь его... Ее даже, похоже, не приклеивали. То есть они сдавали без плитки. Вот госкомиссия смотрит на это все. Госкомиссия смотрит на грязь и пыль. Вот у меня сразу вопрос, как госкомиссия и куда она смотрела, когда принимала этот дом. О да, знаете, это вот одно из самых недорогих решений пластика. Тоже, видите, здесь его тоже закрасили, чтобы, наверное, не так заметно было. Но до сих пор видно, что ходят рабочие. Огорожено, что-то строят. Вот здесь должен быть вот такой же дальше идти кустарник. Но вот видите, здесь вместо кустарника, не знаю, что посадили. 7-й подъезд, 8-й подъезд. Куда зайдем? Давайте 8-й. Ощущение того, что этот дом сдан, вот у меня лично нет. Вот дальше смотрим. Да, вот он у нас фасад, вентилируемый. Там пустота, должен быть утеплитель. Вот такие большие щели. Вот здесь, видите, да, крепление, что его сверху нету. Смотрите. Видите, да? Как считаете? Нормально так? Нет, это только сдал для дома. Что будет дальше? Значит, вход другой подъезд. Здесь тамбур чуть меньше. И вот сюда заходишь, и здесь совсем уже сразу другой вид. Он здесь такой, знаете, печалька-печалька. Вот мы зашли с вами в 8-й подъезд. Вот даже на камеру классно видно. Вот это, знаете, это кто-то что-то оттирал, то здесь мусор, здесь следы утеплителя. Вот видите, они сделали, а потом доделывают слаботочку. То есть демонтировали потолок и ставят то, что должны были сделать, когда сдавали. Вот у меня сразу вопрос, как сдали и куда вообще смотрели пожарники? Мы видим, что здесь два лифта, пассажирский, грузопассажирский. Грузопассажирский у нас не в рабочем состоянии. Здесь хотя бы горит облу, понимая, что работает. Вот смотрите, вам сдают, вы хотите получить ключи. Здесь у вас провод, оголенный провод. Какая тут техника без... Вот ругаться уже хочу. Техника без... Ее просто здесь нет. Осветительный прибор, его здесь тоже нет. И здесь тоже. Вот смотрите, два смонтировано, здесь оголенные провода. Здесь грязь, мусор, кирпичи, ну... Вид удручающий. Вот здесь должен быть тоже световой прибор. Его почему-то здесь нет. Тут вывели провода, а здесь, ну, это слаботочка, я так полагаю. Или осветительные должны были быть приборы. Вот это. И вот так все это здесь наверху. Ну, конечно, вид сразу... Выбрали черный потолок просечной. Там за ним, вот видишь, такие системы, это помещение такая беленькая. Да. Вот. И сразу понимаем, какие штучки нужно сделать черненькими. Сразу этот вид этот весь портит. Идем дальше, смотрим. Все, вот здесь никуда не пройти. То есть вот куча места, вот смотрите, вот здесь все это теряется. Вот слаботочка, то есть ее только сейчас идет монтаж. Пожарный кран. Открываем. Здесь есть рукав, отлично. И вот здесь есть зумер.
То есть, когда он мерцает, значит, оно включено и работает. Ну, должно, по крайней мере, работать. Но я не вижу. Ну и, конечно, да, вот видно, да, вот смотрите, какой контур красивый. Классно делают. А она не нажимается, друзья. То есть, он даже здесь не работает. Пожарная лестница. Заходим. Вот, видите, куда горбылек-то поставили. Вот тут. Винта, видно, не хватило. Здравствуйте. Здравствуйте. По крайней мере, вот лестничный марш в плитке. Грязно, холодно. О, а здесь ее дальше нет. Правильно, зачем? Но хотя бы здесь лестничные марши не торчат, как в 6-м подъезде. Вон, видите, работы какие-то идут. Да, не работает. Все отключено. Здравствуйте. Сдали дом. Ох, как отсюда дует-то хорошо. Ну что мы здесь видим? Бетон, монтажная пена, толстенный слой штукатурки. Вот смотрите, как она это подотходит-то. Толстенный слой шпаклевки и декоративной штукатурки. Классно. Да, здесь все пусто. Ну, тут другого не ожидаешь. Ну вот. Видите, да? Вот, не дай бог, а кто-то затронет пальцем нечаянно. Вот тоже, да. Вот здесь, знаете, такое ощущение, что текла вода, потому что такие, знаете, следы, как обычно, от сырости остаются. Возможно, это было как раз вот отсюда. Видите, как классно застройщик сделан в доме бизнес-класс. То есть вот ручка эта торчит. То есть если бы здесь была бы вот эта пластиковая заглушка, но ее сюда не поставить, потому что торчит кран. Классно сделали, молодцы. Но главное, хорошо пропиарились, показали, что у нас такой классный дом, бизнес-класс, бла-бла-бла. Вот это что такое? То есть это вот как? Вот так должно быть? Смотрите, смотрите. То есть вот здесь, друзья, вот здесь смотрите, когда плитка... Вот вы, например, делаете у себя дома ремонт, то есть плитка стыкуется, здесь, соответственно, крестики ставятся, либо там современные такие штуки. И потом это все закрывается, есть специальный состав. Но здесь просто нет, то есть просто щель, то есть они его не сделали. Мало того, что это все криво, так еще и ничем не закрыто. Ну и вид, конечно, вот такой. Вид, видите, не знаю, что-то не крестики, что-то было, ну, в общем, какие-то штуки остались, но вот это не зачеканено. Затирки здесь, видно, пожалели, либо ее не хватили. Ну и вот здесь тоже вот. Блин, 8 миллионов рублей вот за это. 8 миллионов рублей, которые доделывают прямо сейчас. А стопор поставили очень близко. Ох, дверька открыта, четвертый этаж. Давайте заглянем сюда, да? У нас не будет держателей. Плюс еще система невидимого крепления. Да, может быть, по городу видели где-то. В простых фасадах там видно всякие эти клямеры и прочую историю. Здесь сразу же сделано так, чтобы этого ничего не было видно. Они здесь и есть. Где-то есть, а где-то нет. Вот смотрите, видите, о чем я? То есть они поставили ограничитель, его нужно было ставить где-то вот здесь. Если они хотели его поставить здесь, то видите, дверь все равно есть амплитуда. И вот получается, что чуть сильней, и она будет бить как раз стенку. Да, вам нужна помощь. Конечно, друзья, не мне нужна, а вам нужна помощь. Те, кто рукастые строители, строили этот дом. А вот здесь, смотрите, затирочка есть, видите? А вот здесь не доштукатурили. То есть, и это все, не знаю, оставят либо так, либо будут доделывать. О, здравствуйте, работает вентиляция? Вентиляция? Ну, да. Вы от застройщика или от сторонней? Да. Принимали квартиру, как по пятибалльной шкале оцените? 3,2,5. Спасибо. Слушайте, это, не знаю, грязь, плесень, что это такое? Совет для инвесторов. Когда вы покупаете квартиру в новостройке, на котловане, чтобы ее удачно продать, продавайте до сдачи, чтобы не видеть такого ужаса, который мы с вами сейчас видим здесь, в доме бизнес-класса, ЦДС «Черная речка». Поднялся на последний этаж, 15-й. Стяжка от застройщика на лестничном марше. Спасибо, что работает датчик движения. Блин, скачки такой сделали. Ну вот смотрим сюда.
Штукатурка отвалилась, торчит пена, пленку не сняли. Вау! Вот это круто! Это очень круто. Так, мы вышли туда. Нет, точно бы застройщик не хотел, чтобы я вам показал вот это. Нет, с этой стороны. Смотрите, видите? Вот так, вот так. Это уже отвалилось. Ну, мы сейчас практически на всех объектах так делаем. Запах мочи. Сильный запах мочи в данном доме в августе. Мусор. Пожарники в жизни это не примут. Нормальные пожарники это не примут. Висящие провода. Трос. Не вижу системы громоотвода. Вентиляция канализации. Ножовка по газоблоку. Здравствуйте. Фасад доделываете? Окна моете? От застройщика? Нет, от людей? Да. Значит, из всех моих обзоров, которые есть, от Ариоста и CDS Черная речка. Это, наверное, пожалуй, одни из тех комплексов, которые реально не стоят своих денег. Это кошмар. Да. Саморезы. Налетай, покупай. Так, стойка универсальная, матовая эмаль. Смотрите, здесь. А вот эта краска специальная. Прям по ржавчине, чтобы ржавчина не шла. А вот здесь ее просто не покрасили. Забыли. Ай да молодцы. Ай да CDS. Ну что, отсюда у нас должен быть прекраснейший вид. Надо подняться чуть выше для того, чтобы... Так, здесь не пройти, придется идти обратно. Сейчас буду показывать виды. Вот, ливневка. Значит, это самый низкий уровень, то есть все должно стекать сюда. Для того, чтобы туда не летел там грязь, мусор, там мертвые птицы, тараканчики, здесь должна быть сетка. Здесь ее нет. Это что у нас? Забыли. Кусок металла. Блин. Вот это, да? Где колпак? Сверху должен быть. Ну, в общем, все сделано так, что, знаете, мы и так сдадим. Зато здесь зачем-то элементы пожаротушения. Да, что-то я как-то это... Не очень-то приятно видеть то, не трогать. Это я заберу себе домой. Видите, кто-то себе и строителей оставил. Вот здесь, видите, тоже. Вот здесь хотя бы держится, да? Не отвалилось. Но куча запасных деталей. Металл просто здесь кто-то сидел, видно, болгаркой. Ему делать было нечего. Вот здесь должно быть какое-то ограждение, его просто нет. Вот это все открыто. Это будет разрушаться из-за... Куда это, интересно, все ведет? Если там внутри... Ах, это видно будет, нет. О! Там, смотрите, здесь все уже забито. Я даже не знаю, для чего этот столбик. Вообще, нужен он или нет. Ну и, конечно, здесь, на верхнем этаже, вид, как вы сами видите, друзья, здесь даже не нужны никакие слова, чтобы выразить качество строительства. Мусор. Остатки, влага, не должно быть здесь такого, все должно утекать. Ладно, хоть сделаю пару фото. О-о-о. Тонкая монолитная плита. Вон, видите, все просвечивается. Что у нас здесь? Мусор. Это вентиляция. Вот так. CDS, красавчики. Да, кровлю, пожалуй, никто не... Вот здесь, видите, тоже. В ливневке должна быть сетка. Почему-то здесь сюда нитка идет. Вот для чего? Нам рыбку, что ли, ловит? Ну, вот я вижу вот от молнии штырь. Раз. Вот здесь он. Она не соединяется. А где?
Вот у меня, кстати, вопрос к специалистам. Обычно на таких высотках есть для вертолетов-самолетов красные фонари. Вот здесь я их, честно, не вижу. Но зато я здесь вижу, что где должна быть ливневка. Тут просто дырку сделали в кровле. Где должно быть все красиво зашито, вот здесь утеплитель, то здесь оставили это все вот в таком виде. И, конечно, это не может. Но вот видите, здесь тоже все в гвоздиках. Тут мусора куча накидали. Ну, видите, вот держатели для утеплителя. Вот она, керамическая плитка. Да, убожество. Замес, который компания делала с производителем. Да, это, наверное, самое дорогое. Плитка и лифт. Но я, конечно, честно в шоке от того, что я вот здесь вижу. Вот этого, друзья, не должно быть. Ну, тут что-то, блин, все валяется. Ну, просто, знаете, стыд и срам вот это все вот, вот так делать. Сделано все. Вот смотрите, снег будет, сюда будет попадать влага. Это все будет, когда в утеплитель попадает влага, то он уже не становится утеплителем. Да. Очень-очень, конечно, печально, что вот на данный момент это все происходит, друзья, вот так. Оп. Вот смотрите. Все отвалилось. И понимаете, что здесь будет дальше? Вот так и строят. Что не закрыто. Обязательно подпишитесь на мой канал. У меня вы увидите то, что другие не показывают. Сейчас еще вам кое-что покажу. Обратите, да, внимание. Вот это все отваливается, потому что нет хорошей адгезии. Они не обеспылили, покрыли. И это вот так все происходит. Вот здесь зачем-то петли покрасили. Ну, красавцы. Запах отрезанного металла. Ну, вот видите, забрала нет. Здесь мы видим тоже дефекты. Ну, мы сейчас практически на всех объектах так делаем. Здесь мы видим почему-то открыт шкаф управления лифтами. Смотрите, смотрите. Видите? Его здесь уже просто нет, он просто упал. Сразу же там позапарились этим с поиском. Вот здесь видно, они его там доделывали, доставляли. Ну-ка. Смотрите, качество какое, да? Здесь просто нет затирки. О! Где живет Карлсон? Вот видите, здесь то же самое. Вот все вот. Господи. Слаботочка, пожарка. Должно быть все здесь, но классно, да, не подвели. Вот. Пожарный кран. Но это чтобы точно все знали, что вот, смотрите, красавца, пожарный кран. Мы знаем, что он здесь есть. Спасибо застройщику. Ну да, вот видите, ну, почти на каждом этаже вот такое видишь. Понимаем, что будут, ну, посмотрели, нужно черную ставить, иначе, ну, не собирается, да? То есть... Ну и вот здесь тоже, видите, были следы крепления, но крепления этого нет, а отверстия остались. Ну, про то, чтобы помыть лестницу, здесь я вообще молчу. Это бизнес-класс. И здесь, наверное, так должно быть. Вот тоже смотрим, да, на лестничный марш. То есть, в принципе, ничего такого. Но если посмотреть вот на эти места, то есть вот так не должно быть. Видите, они здесь дополнительно доваривали. Но вот сюда может кто-то попасть. Нога человека, собачка, кошечка, ребенок. И вот это небезопасно. Вот такое точно не должно было пройти. Доваривали, но покрасить забыли. Правильно, зачем нам красить? Дом бизнес-класса здесь и так пойдет. Материал заранее нарезается на заводе и привозится к нам уже практически по готовых плашках. Вот если обратить внимание на фасад, вот только посмотрите на расстояние между вот этими плитками. Оно, друзья, везде разное, то есть он кривой и косой. Вот здесь мы сможем обратить, что почему-то сверху идет провод, то ли для камер, то ли для чего. То есть вот он сверху камерам идет, и здесь дальше идет куда-то туда. Обещанное озеленение. Освещение, кстати, неплохо смотрится. Пожар. Смотри, табличка упала просто. Подземный паркинг. Я надеюсь, там открыто. О. Это у нас одно из самых низких помещений. Здесь должны быть машины. Видим большие цифры, указатели, где, соответственно, лифт.
входные двери, вот эти места, которые сразу видно, что, чтобы когда паркуется водитель, чтобы вот это сделано хорошо. Здесь очень высоко, очень высоко. Система пожаротушения, ролл-ставни, переходы. Значит, вот это одна из низких точек, она вообще должна быть под уклоном, потому что когда вы зимой приезжаете на своих автомобилях, то снег и лед начинает температуры таять, и влага должна попадать вот сюда и уходить. Потом, соответственно, песок, грязь убирают, а насосы выкачивают излишки воды. Ну да. Другого я, честно говоря, здесь даже понимаю, что можно не ожидать. Вот у нас, кстати, одна секция, вторая секция закрыта металлом. И вот это может быть одно из проблемных мест, где может попадать влага. Надеюсь, сделали хорошо. Надеюсь, очень надеюсь. Это у нас вход к лифтам. Открываем. Открыто, открыто. Вот он, лифт, Otis. Слушайте, вот классно. Смотрите, что сделал застройщик. Здесь грузопассажирский лифт спускается вниз. Это здорово, потому что удобно, когда ты что-то привез, то все тяжелые и там крупногабаритные предметы очень хорошо зайдут в этот лифт, нежели чем пассажирский. Но вот здесь видно, что у офиса помяли дверцу. Ну и, конечно, паркинг хотя бы написали. Ну, да, неплохо, но старался застройщик плохо. Здесь, кстати, могу отметить, что вид такой же, как и выше. Кладовки. Ух ты. Вот здесь должны быть кладовки. Фу. Запах какой-то такой тут специфический. Здесь сухо, друзья. Самое главное, вот, например, здесь сухо. Нормальная кирпичная кладка обычная. Бетон. Технологические, блин, отверстия зачеканены просто цементом. Здесь хотя бы зашлифовано, там нет. Ну, вот так. Посмотрим всю эту красоту и мощь подземного паркинга. Здесь отсеки. Пятый отсек. Ну, понимаете, да? Вот это пожарка. И здесь уже должно быть все смонтировано. Дом-то сдали. Здесь нигде не видно протечек. Я здесь вижу, что везде сухо. Везде есть указатели, то есть здесь точно не заблудишься. Где там подниматься, вот здесь. Вот тут по ступеням. Здесь выход. Ну, давайте, вот у нас выход. Ну, конечно, вид здесь. Ну, тут просто нет ремонта, все в бетоне. Если даже не оставлять все это в бетоне, то хотелось... Ну, красили, кстати, прям вот здесь, видите, что-то красили. То хотелось, чтобы хотя бы, не знаю, там, пыль поубирали, грязь поубирали. Потому что такое ощущение, что ты пришел реально на стройку. То есть здесь дом не сдан, здесь еще происходят строительные работы. Ну, вот здесь, например, такие интересные моменты. Заливали бетон, видно, ушло. И видите, они здесь... А, здесь, похоже, вот видите, арматура идет сюда, то есть здесь было перекрытие. Они сделали его больше и, соответственно, срезали. А здесь сразу момент к несущим конструкциям. Например, видите, оголена арматура. Она должна быть в бетоне 2-2,5 см внутри. А здесь этого нет. Это уже нарушение. А дальше мы видим, вот арматура обрезанная, вот арматура, вот, вот. То есть, когда делаются детали, под каждое перекрытие там специально есть узлы. То есть, вот это уже здесь нарушено. Понятно, что дом не рухнет, но приятного в этом мало. Ну, вот здесь видите, как сильно ушла опалубка, просто закрыли цементом, скосили угол, чтобы не бросалось в глаза. Вот здесь аналогичная ситуация. Вот арматура, почему она вот здесь так близко к бетону, здесь она куда-то шла, непонятно. То есть как-то делали, на самом деле, достаточно кривовато. Хотя сам бетон хороший. Это вот специальная шлифмашинка, которая вот эти бороды срезает, которые остаются от опалубки. Ну, вот здесь видим, да, там остатки стройматериала, утеплитель пеноплекс. О! Смотрите, сюда едет лифт. Здесь классно то, что есть указатель. Открывается. Поднимемся на 11 этаж этого дома. Также Otis. Обратите внимание, что он не закрыт. Лифт реально крутой.
Реально крутой, классный лифт. Очень красиво смотрится. Мне нравится, друзья. Да, здравствуйте, проверка связи, ничего не случилось. Я в лифтовую компанию попал, либо в управляющую компанию? В диспетчерскую кого? Застройщика? Лифт большой, спасибо. Диспетчерская, лифт большой. А двор прикольный, классный, но понимаю, что здесь будет достаточно неплохое эхо. Вот, кстати, сверху смотрится хорошо. Этот лабиринт через некоторое время станет как раз той самой системой геопластики разного уровня, фактически дорожки, озеленение, где-то небольшие мафы приятные. Мы намеренно вынесли из дворов всю активную суперспортивную функцию. Типа там, не знаю, стадионы там, и так далее. Это будет в другой части проекта. А двор все-таки для такого приятного, с детьми. Более почитать, спокойного. Порефлексировать, поговорить, понаслаждаться жизнью. Какое количество небольших квартир. Понимаю, что здесь они большие. Есть указатель, открытая дверь. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно зайти посмотреть? Разрешили зайти посмотреть. Вот смотрите, вот это, как не знаю, панель, да? А панель смотрится прикольно. То есть дверь такая достаточно массивная, мне нравится. Заходим. Значит, у нас перегородки из пазогребневых блоков. Такой вариант. Сверху у нас все зачеканено монтажной обычной пеной. Автоматы. Одни из самых недорогих. Вот такой домофон в бизнес-классе. Господи, друзья, у меня комфорт-класс дома. И у меня нормальная классная трубка. Ее берешь, там такой хороший пластик. С нее можно позвонить в другую квартиру. Бесплатно причем. Ну, понимаю, санузел уже строители поставили. Это у нас от застройщика. Запорная арматура. Ну, то есть ничего такого нет. Есть спасибо, что есть теплошумоизоляция. Здесь бетон. А вот здесь обратите внимание, что у нас пазогребневый блок. И было бы интересно посмотреть, что за ним. Здесь мы видим следы ржавчины. Наверху видно противопожарное кольцо. Я уже про это много раз рассказывал. Просто загуглите, посмотрите. Кстати, вот здесь момент, что на последнем этаже, чтобы в воздух выходила система, вот здесь стоят такие самые дешевые выпуски. И, конечно, вот здесь чувствуется, что тепло, горячая вода, значит, есть. Лучше, конечно, заменить на нормальный. Вент-короб. Да, такое ощущение, что, знаете, бушный, как будто застройщик сюда поставил. Ну, вот этот уголок, это здорово. Сюда можно кровать поставить, есть розетки. Небольшая комната и выход на... Видите, дефект, когда принимали. Блин. А что ж мы здесь видим? Так, давайте вначале смотрите. Раз у нас есть такая возможность, вот мы видим фасад. Ну вот здесь, на первый взгляд, всего достаточно неплохо, именно там, где кирпич. Но, полагаю, со временем проявятся недостатки. Огромное свайное поле, просто огромное. То есть представьте, вот здесь у вас под окнами стройка будет идти еще не первый год, еще год точно будет строить монолит, если не полтора. Но здесь классно. Здесь видна Петропавловка, здесь виден Исааки, телебашня на Петроградке. Вот вид пока классный. Соответственно, понимаю, что когда построят, вот там, кто купит квартиру, у них будет просто суперский вид на город. Здравствуйте. Как качество от застройщика оцените квартиры? По пятибалльной шкале. 4? Да, потому что другие у них не особо. А другие это кто? Ну, да, CDS другие. А, другие объекты. Шикарно. Именно если взять CDS, то вот в этот здесь даже на 4. Да, здесь получше. Вот так, друзья, дом бизнес-класс. Оценили его на 4, что в CDS это неплохо. Но представляете, это какие другие объекты, если этот на 4. Вот то, что я вам показал. Хорошее место, должен быть хороший проект. А в итоге... Когда его сдают, то получается вот то, что получается. Вместо того, чтобы это было... О, сейчас эти дворы разглядим как следует с переходного балкона. А вы пока поставьте лайк, комментарий и подпишитесь на канал. Вот реально такого, что показываю я, никто не видит. Знаете, у меня есть такая особенность.
Я всегда прихожу в самый неудачный момент для застройщиков и показываю то, чтобы они точно не хотели, чтобы вы, друзья, видели. Но я вам все покажу. Сверху, если посмотреть, то двор по мне, ну, достаточно неплохо сделано. Но первое, что не хватает, соответственно, вот смотрите, вот, кстати, амфитеатр виден. Так. О, вот так лучше будет. А, вот где они проходят. Сейчас мы туда с вами пройдем. И вот там застройщик его презентовал совсем по-другому. Еду в лифте вниз и думаю, блин, вот хотя бы здесь хорошо. А вот смотрите сюда. Провод, видите, друзья? Блин, я просто от застройщика в шоке. Это жесть. Здесь мы можем выйти, обратить внимание на территорию. А, кусты, ну, такие посредственные. Есть скамейка для мусора, светодиодное освещение. Зелени, конечно, здесь очень-очень мало зелени. Ее просто не хватает. Вот это место. Застройщик здесь позиционировал совсем по-другому. Вот здесь чего-то не хватает, скамейки, клумбы, что-то должно было быть, но его почему-то нет. Вот эти кусты-то, вот знаете, виноград очень похожий, но он уже такое ощущение, что, знаете, вот померший какой-то. Застройщик показывает и говорит одно, а на самом деле все происходит совсем по-другому. Слушайте, прыгать сильно не хочу, я боюсь, потому что вижу качество строительства от застройщика. Кустики, кустики, мысипусики. А вот картина маслом. Смотрите, классные какие. Что-то здесь сажали. Надо было помидоры, огурцы, что ли, посадить. Если обратите внимание на декоративные элементы этого вентфасада, вот видим, да, что все стыки, они зачеканены цементным раствором. А вот здесь почему-то забыли. Но зато уже сдали. Бедные люди вот сейчас купят квартиру, а потом будут в офиге от того, что здесь есть. Друзья, ну, конечно, здесь мы ожидали одно, получили совсем другое. Если взять 5-бальную шкалу, то я бы оценил бы это на 2 с минусом, либо 1 с плюсом. Потому что нельзя так строить, нельзя так относиться к своим клиентам. Нужно делать хорошо и качественно. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк. Подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой. А я, как обычно, с вами не прощаюсь, а говорю до скорой встречи!